Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о системе технадзора на транспорте. Вообще, в целом, основы, направления основные. Система технадзора в двух словах призвана обеспечивать должный уровень качества. История или причины, почему во всем мире существует технадзор и технадзор третьей стороны, в том, что объективно на любом строительстве, в том числе на транспортном, складывается ситуация, когда заказчик, хозяин строительства, он, безусловно, заинтересован как можно быстрее за фиксированный бюджет построить, при этом, безусловно, заинтересован в качестве. Подрядчик, которого он нанимает, в большей степени, безусловно, заинтересован в своем бизнесе, в выполнении работ. Над тем и над другим, как правило, висят жесткие сроки. Вы прекрасно знаете, в Астане особенно, значит, все должно выполняться все в срок. Да. Все динамично и так далее. Вот. И так или иначе складывается ситуация, что очень часто в мире, или это как правило, практика мировая, привлекают независимую компанию, инспекторские компании для осуществления технадзора третьей стороны. Вот. Технадзор, как правило, работает на заказчика. Иногда технадзор может работать на инвестиционные компании, на банки, которые дают кредиты на это строительство. Задачи всегда одни и те же, и очень просто их можно выразить. Это обеспечение качества. Другое дело, что технадзор, нормальный технадзор, он должен не только констатировать результат, качественно или некачественно это выполнено, но хорошо, когда технадзор работает по всей цепочке в отношении к транспорту, к дорожному строительству. Вот. Технадзор должен проверять все с самого начала. Качество песка, щебня, ингредиентов для производства асфальта, самого асфальта. Потом качество механизмов, которыми укладывается этот асфальт. Соблюдение технологий и так далее. Потому что не такая большая польза, если в конце ты возьмешь образец и дашь заключение, что асфальт не соответствует. Вот. Лучше применять такие системы технадзора, которые превентивно или априори должны обеспечивать качество. Вот, собственно говоря, чем занимается наша компания, в том числе на дорогах Астаны. Дмитрий, а вот такой вопрос. Астана и вообще транспортный комплекс Астаны стал частью глобального сообщества UITP, да, вошел в эту международную организацию, то есть присоединился к крупным городам и к крупным транспортным системам. Означает ли это, что уровень технического контроля, надзора теперь требования к нему тоже повышаются именно в части применения к международным стандартам. Да, да. А само по себе вступление в эту организацию, конечно, не означает автоматически там изменение или увеличение уровня качества и так далее. Но мы говорим об управлении, об организации, и членство в такого рода международных организациях, безусловно, обязывает двигаться вперед, быть более современным и, в том числе, как вы правильно сказали, использовать международные стандарты. Стандарты как таковые, ну и плюс подходы. Вот. Поэтому это, безусловно, положительный факт, это положительное явление. Вот. И косвенно оно может привести к повышению качества транспорта, дорог. Но сейчас у нас используются для технадзора казахстанские стандарты. Казахстанские стандарты, само собой, это законодательство. Вот. Вообще говоря, технадзор, он производится на основании технического задания. Мы в любом случае работаем либо для заказчика, либо для банка. И работаем по документу, который называется «Техническое задание», где автоматически перечислены все законодательные требования, а это и есть стандарт Республики Казахстан. Но очень часто заказчик ставит более высокие требования по качеству.
Он хочет, чтобы его объект в конечном, построенный объект, работал лучше, дольше, и поэтому ставит нам требования выше, чем казахстанские стандарты. Казахстанские стандарты – это безусловно, это законодательные требования, это нормативные, это нормы, нормативные документы. Вот. На их соответствие, безусловно, проверяется. Спасибо большое. Дмитрий, как вы оцениваете сегодняшнюю конференцию и в чем ее прикладная значимость для вас? Ну, это первая конференция. Причем это первая конференция компании, которая объединила под своим началом решение комплекса транспортных проблем Астаны. Вот. Это безусловно хорошо и классно. А любая конференция, особенно ну, такого высокого, хорошего инженерного уровня, она для нас прежде всего интересна тем, что мы слышим что-то новое, мы повышаем свою квалификацию, ну и безусловно для бизнеса, для работы. Мы, зная уже довольно хорошо компанию Астана ЛРТ и транспортную организацию города Астаны, мы все равно встречаем новых людей, новых партнеров, поэтому, безусловно, участие в такой конференции – это очень хорошо. Спасибо большое, желаю вам успехов. Спасибо.